Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект упор от шведской компании Тюль на гладкую крышу. Моделька TH754. В такой фирменной коробочке все поставляется. И давайте рассмотрим комплектацию, что же входит в комплект. Так, вот такие вот упоры. У нас 4 штучки есть в комплекте. Одна упора, вторая, третья и четвертая. Также имеются 4 заглушки на поперечины. Размерная линейка, такая вот, для удобства установки. 2 ключика. То есть они пластиковые идут. Есть также вот такие вот металлические 2 ключика для установки. И сердцевина замка. И также 2 ключа для этих замков. Ну и, конечно же, инструкция, в которой все показано на картинках. В принципе, разберется даже ребенок, как все устанавливать. То есть предназначены, как я уже сказал, на крышу без рейлингов и специальных мест для установки. Вот. Максимальная грузоподъемность данных креплений составляет до 75 килограмм. Вот это все как выглядит изнутри. В принципе, оболочка у нас пластиковая, а сама сердцевина, там где все крепится, это идет металл. Точно так же и сверху в креплении под сами поперечины также идет металлическая. Вот так это все выглядит. То есть все для зажима, для установки правильной. Все показано на картинках, то есть никаких проблем не возникнет во время установки. Ну и также более подробные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.